Итак, сегодня будут новые тесты. Поменял я свою Rixo 570 4-гиговую на вот это вот чудо под названием GTX 1066 гигов. Сейчас запустим ДБДшку для начала. Вон она уже загружается. И посмотрю. Сравню, так скажем, разницу. Увижу. Перед покупкой все проверил. Температуры выдает нормальные. А питание здесь 6 пин. На той было 8 пин. То есть это требует меньше питания. Ну и выглядит она как-то похлипше, чем та GeForce вот эта. Ну там майнинг-версия. Сами понимаете, серьезные вещи. Интели работают, все в порядке. Посмотрим.